Драма с захватом заложников, среди которых есть россиянин, разворачивается в эти минуты в Мали. Все началось с того, что террористы атаковали военную базу в городе Сиваре, в центре этого западноафриканского государства. Получив отпор, ворвались в отель, где проживают в основном иностранцы, и стали отстреливаться. Погибли 6 человек, это сотрудник миссии ООН и военнослужащие. В руках у боевиков оказались более 10 человек, в том числе граждане Франции и ЮАР, а также сотрудник авиакомпании ЮТЭР из России. Сбежать удалось только украинцам. По его рассказам, в отеле сейчас как минимум 5 террористов. Еще 2 были ликвидированы. Как сообщается, несколько заложников освобождены. В том числе 5 иностранцев. Гражданство не уточняется. Сейчас операция продолжается. По некоторым данным, нападавшие боевики исламистской группировки, которая называет себя освободительным движением. Напомню, 2 года назад события в Мали уже попадали в сводки мировых новостей. Тогда французские войска проводили в своей бывшей колонии антитеррористическую операцию.